Усы, лапы и хвост – эти кошачьи документы когда-то были и у Валаби, пока кто-то не отрубил коту лапы. В начале января волонтеры нашли его на улице. Кота выкинули на мороз умирать. Валаби лежал в крови, весь грязный. Дальше – лечение и долги перед клиникой, которые закрывали неравнодушные люди. Начался сбор денег на протезы, которые полностью срастаются с костями, и кот даже забудет, что когда-то лишился лап. На днях Валаби уже ездил в Новосибирск на консультацию и компьютерную томографию. В том же Новосибирске, когда осмотрели, сказали, что кот чувствует себя прекрасно. То есть он бодр, весел, здоров, мурлыкает, кушает с аппетитом. Проконсультировались с ортопедом, с инфекционистом, и нам уже назначили протезирование. Сейчас протезные лапки для Валаби изготавливают в Москве. Операцию планируют на март. Позади сбор космической суммы. На протезы было собрано 160 тысяч рублей. Еще порядка 100 тысяч уйдет на стационар в Новосибирске. Дело за малым. Не хватает еще порядка 30 тысяч. И Валаби сможет уверенно шагать на новых лапках в новую жизнь. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.